Москве. Я с удовольствием представляю это прекрасное совершенно ремесло, которое ассоциируется с нашей страной в рамках конкурса «Миссис Москва и Миссис России. Королева планеты». Елена Валентиновна, и знак нашей дружбы, я бы хотела вам вручить этот кубок от нашего фонда и пожелать вам лично счастья и всего-всего самого хорошего. Ну и, пользуясь случаем, я считаю, что когда у женщины на голове есть красивая корона и диадема, это так прекрасно, правда? Ой, я только сейчас увидела, сколько у вас много мужчин. Мужчины, дарите на Новый год, на 8-й, на день рождения своим женам обязательно диадемы. Вы увидите, как это сразу изменит вашу жизнь. Обещаете? Ну что ж, а сейчас я хочу попросить помочь мне, Леночка. Мне очень хочется, чтобы ты тоже все-таки была не только руководителем, но и частью нашей большой королевской семьи. Да. И тут аплодисменты, и 3-4, поздравляем, поехали! Поздравляем! 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 Ну, диадему тоже носить, это целый труд, так что с первого раза не так легко. Да, Елена Валентиновна, вам слово. Я очень тронута, и для меня это большая неожиданность оказаться в королевской семье, да еще и в короне. Поэтому я бы хотела поблагодарить весь этот звездный состав наших красавиц, которые украсили на сегодня наш город и еще порадуют своей красотой, ослепительными улыбками завтра. Девушки бегут с нами завтра на пробег «Золотая хохлома» и в течение всего дня будут сниматься на фотосессиях на улицах нашего города. Поэтому еще ни одна их сногсшибательная улыбка порадует нас с вами. Ну что ж, а очень приятно, что из маленьких принцесс вырастают уже большие королевы. У вас есть своя маленькая принцесса хохломы. Совершенно невероятная Лизочка. Аплодисменты ей. Лиза. Этот чудный совершенно маленький ребенок, который наверняка вырастет тоже принцессой. Лизочка, тебе не страшно? Нет. Скажи мне, а ты маму любишь? Да. Как ее зовут? Просто мам. Представляете? Когда вы помните только имя мама, это вы еще в детстве. Когда вы знаете имя и отчество, поздравляю, вы выросли. Ну что, Елена Валентиновна, у нас сегодня мы решили, чтобы нести традиции вашего ремесла. Это не конкурс красоты, не выбор, кто из них лучше. Они у нас все прекрасны, наши мамы. Но мы хотим сегодня двум нашим гостям сделать такой подарок и надеемся, что они будут нашими амбассадорами, нашими представителями, нашими, так сказать, королевами хохломы, которые будут хохлому продвигать по всей России. Здорово же, правда? Ну что, мы очень влюбились в ваш город, очень классно. Полчаса назад была пустая площадь. Я испугалась, думаю, господи, для кого мы репетируем сегодня полдня? Спасибо, что вы пришли. Елена Валентиновна, шаг сюда. Ну, звукорежиссеры, дайте нам музыку, Россию еще раз. Девочки, аплодисменты. Друзья! Рубрика аплодисменты. Россия! Поехали! Россия! 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 Золотая хохлома! Поехали! Золотая хохлома! Еще раз! И теперь 3-4 поздравите, сами себя поздравьте. Поздравляем, 3-4. Поздравляем вас. Ура, друзья. Ваши аплодисменты, президент фонда «Планета женщин» и организатор конкурсов Алла Юрьевна Маркина и самые красивые «Миссис России»!
из вашего же драгоценного дерева. И поэтому она цена на в одном экземпляре. Да, Лизочка? Держи, моя куколка. Елена Валентиновна. Давайте мы вместе объявим. Выдыхаем, выдыхаем. Девушка, а можете шаг назад? Смотрите, какие у вас классные делаются чехлы. Даже в мире такого нету. И нам захотелось сегодня сделать этот показ, что мы к вам приехали в гости. Ну, чехлы, чемоданы ваши. Открываю тайны. Уезжаем все, чуть-чуть уезжаем. Уезжаем. Девочки, уезжаем. Уже все дали туда. Поближе, Елена Валентиновна. Да. Сейчас мы объявляем имя нашего амбассадора, нашей прекрасной мамы, женщины и хорошей общественной, я бы сказала, личности. 3, 4. Это Оксана Сас! Музыку! Оксаночка! Громче, громче, музыку, громче, громче, громче! Телеведущая, мама, у которой трое детей, королевские близнецы, директор конкурса «Миссис Великий Новгород» и сама победительница конкурса «Миссис Великий Новгород» Оксана. Ну, я думаю, что об этом всегда есть вопрос. Это очень неожиданно. Спасибо вам огромное. Дело в том, что мы в Великом Новгороде чтим русские традиции. У нас есть прекрасный фестиваль костюма «Сарафан», на который мы вас приглашаем. И точно так же наш фестиваль «Сарафан» может приехать к вам на Поклону. Друзья, под ваши аплодисменты Оксане из Великого Новгорода! Вот такие вот неожиданные приятности сегодня случаются в этот замечательный фестиваль. Ну что, и у нас есть еще совершенно замечательная гостья, которая вместе со своей женственностью, со своей красотой сочетает в себе невероятные вещи. Она много лет служит в нашей армии на высоком посту, но сегодня она просто мама и просто женщина. И мы тоже хотим сегодня ее сделать нашим амбассадором. Это Екатерина Морозова! Аплодисменты! Ну что ж, захламай армию!